Всем привет, дорогие друзья, на связи Дони, и добро пожаловать на канал. И сегодня в этом ролике мы вместе с вами снова играем на проекте NextRP. И, ребят, сегодня в этом ролике я покажу вам, как максимально быстро, прямо сейчас, каждый из вас может поднять свой аккаунт. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, а также играйте вместе со мной. Я играю на серваке Сибирский на NextRP. И также при регистрации вашего аккаунта вводите мой промокодик DoniTop, который даст вам 200 тысяч рублей для быстрого старта и развития вашего аккаунта. А также уже после регистрации вашего аккаунта нажимаете клавишу Escape, далее раздел «Магазин», и здесь вводите промокодик DoniTop. Топ еще раз, далее клавишу принять, и получаете вы дополнительные плюшки в виде ремкомплектов, аптечек, VIP аккаунта и так далее. Поэтому промокодик DoniTop вводите, это очень важно. Итак, ребят, сегодня в этом ролике опять-таки я покажу вам, как максимально быстро прямо сейчас можно поднять ваш аккаунт на NextRP. И давайте мы не будем тянуть и сразу перейдем к этому способу. Итак, на NextRP буквально сегодня у нас вышел новый Next Pass, который будет длится целый месяц, то есть 27 дней. В этом Next Pass у нас есть два уровня самого Next Pass. Есть обычный Next Pass, а есть премиум Next Pass. Чтобы проходить премиум Next Pass, необходимо его приобрести за, разумеется, реальные деньги. Если у вас есть желание, можете приобрести его и получать больше призов за прохождение Next Pass. Либо же вы просто проходите обычный Next Pass, выполняете задания. Их, кстати, много, они обновляются постоянно, ежедневно обновляются раз в день, а еженедельно, разумеется, раз в 7 дней. Задания, опять-таки, максимально простые. Например, зайти в игру, я это сделал, поэтому я получил 150 очков этого самого Next Pass. Необходимо собрать 1000 очков Next Pass, чтобы поднять уровень. Далее смотрим, чтобы заработать больше очков, необходимо, например, сделать рукопожатие 5 штук, далее поработать на мусоровозе 1 рейс, либо же на дальнобойщике 2 рейса пройти. За каждое задание вы зарабатываете по 150 очков Next Pass, либо же проходите еженедельные задачи и получаете по 850 очков, это очень круто. Также, играя на NextRP, через пару дней после выхода Next Pass вы получите бесплатный кейс, в котором вы сможете бесплатно забрать дополнительные очки, то есть там, как правило, выпадает 3-4 тысячи этих самых очков Next Pass. Каждый раз я захожу на NextRP после выхода нового Next Pass, и каждый раз я открываю эти кейсы. На один Next Pass выпадает один кейс каждому игроку бесплатно. Поэтому можете его открыть и бесплатно сразу поднять 3-4 уровня. А вот здесь начинается настоящая рулетка. Покажу вам, в чем суть. Мы заходим опять-таки в Next Pass, и вот здесь, ребята, у нас есть сезонный кейс. Опять-таки, с первого уровня вы сразу получаете, даже с бесплатного Next Pass, вы получаете сезонный кейс. И в нем, ребята, у нас есть вот такие призы. Mercedes GL, который можно продать за 12 миллионов на БУ рынке, но опять-таки, в зависимости от спроса, да, там и так далее, цена может, конечно, быть разная. Цена указывается одна, по факту может быть другая. Но ее госстоимость там была реально очень высокая. Cadillac госстоимость имеет 13 миллионов, да, рублей. Далее Mustang имеет госстоимость 8 миллионов. И Nissan-чик такой вот стоит, ну, как бы госстоимость, БУ стоимость, точнее говоря, 6 миллионов рублей. Эти машины вы реально вообще бесплатно можете постараться выбить. Для этого необходимо просто поднять один уровень этого самого Next Pass. Поднимаете уровень и после этого открываете кейс. Если у вас есть премиум Next Pass, то вы получаете еще дополнительный вот такой вот мощный кейс, дополнительный кейс прокачка и еще вот такой вот кейс сезонный, в котором есть эксклюзивный Aston Martin. Опять-таки, 1000 очков заработать реально, потому что можно выполнить даже не все ежедневные задания, и вы заработаете реально 1000 очков Next Pass. Нужно выполнить хотя бы 7 заданий, вот войти в игру это первое, рукопожатие второе, мусорщик третье, дальнобойщик там четвертое, потом королевская игра это пятое, опять еще одна королевская игра это шестое, ну и в принципе седьмое, там я не знаю, тут либо казино, либо рулетка, уже на ваше усмотрение, выполняете и получаете левел. А
если вы еще будете выполнять еженедельные задачи, то в этом случае вы поднимете левел намного быстрее. И уже после этого вы реально можете открыть какой-нибудь кейс, и просто подняв первый уровень, вы открываете кейс, и там есть шанс, что вам дропнется автомобиль. Поэтому прямо сейчас зовите всех своих друзей, скачивайте NextRP, заходите на сервак Сибирский, промокодик Дони Топ вводите, получайте бесплатные деньги. И просто прямо сейчас выполняете и поднимаете один уровень Next Pass. Поднимаете себе уровень Next Pass всего один, и все дружно, всей компанией, всеми его друзьями открываете кейсы. Кому-то одному выпадает машина какая-нибудь прикольная, да, вы ее продаете, раскидываете деньги на всех, и вот у вас реально хороший заработок вообще с нифига, вы понимаете? Вот ничего не делая, по сути, минимальные здания выполняете и зарабатываете деньги на NextRP. Друзья, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно, а также играйте вместе со мной. Я играю на серваке Сибирский на NextRP. Всем удачи и всем пока-пока!